Инициатива Зеленского, она давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды, и то, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно. Запад не хочет договариваться по-честному. Это ультиматум чистой воды, и то, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно. Запад не хочет договариваться по-честному. Формулу Зеленского мы даже всерьез никогда не рассматривали, и только выражали удивление, что на нее кто-то еще покупается. Но делается это, конечно, под давлением Запада. А вот звучат инициативы, вы упомянули, канцлер Шольц сказал, что пора начинать договариваться. В немецкой прессе и в других средствах массовой информации содержатся намеки о том, что давайте вот как бы исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Речь идет не о том, где собраться, в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно, потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно, и о которых пока вот конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает. Когда мы увидим такую готовность, мы, я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи. Но сначала нужно понять, что мы будем обсуждать. Мы защищаем людей, и все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию, должны это осмыслить